Добрый вечер. На «Щелку» на телевидении «Диалог о православии». Преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский и многие другие святые выросли в благочестивых верующих православных семьях. Есть ли у нас, родившихся и воспитанных в безбожное советское время, шанс стать святыми? Какую роль играет наследственность и как мы можем повлиять на жизнь наших потомков? Сегодня мы об этом поговорим. Отец Семений, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Что важнее, наследственность, воспитание или среда обитания, может быть? Здесь, ну, однозначно сказать сложно, что из этих перечисленных пунктов важнее, но в любом случае мы видим, что сколько людей, столько и судеб, сколько людей, столько и мнений, и каждый человек отличается от другого, даже из одной и той же семьи. Да, один человек, там, ну, допустим, два брата или там, две сестры, рожденных одними и теми же родителями, идут по разным совершенно дорогам в жизни, судьба у них по-разному складывается. И невольно человек разумный начинает рассуждать, а почему такое отличие у людей в их жизнях, в их судьбах. Ответ, конечно же, есть. И еще до того, как был наукой открыт закон наследственности генетической, уже в Библии все было прописано давным-давно, что есть наследственность, есть законы этой наследственности. И эти законы, они зиждутся на добродетелях и на грехах. То есть дети блаженны, счастливы, дети праведников, дети грешников погибнут. То есть это все прописано в Библии, и есть такой же цитата из Библии, что грехи родителей на детях до седьмого колена тоже. Мы даже видим, если брать семью первых Адама и Евы, первых людей, то насколько разные судьбы их детей. Ну, Каин, Авель, да, Сиф, сколько различий. Или если взять семью Ноя, тоже три брата, и совершенно разные судьбы у каждого из них. Но наследственность, конечно же, присутствует. Мы это неоспоримо, мы теперь знаем как научный факт в виде телесной наследственности, генетической наследственности, но ее нельзя ни в коем случае оторвать от наследственности духовной. И она, духовная наследственность, играет огромную роль в становлении человеческого характера, в становлении человеческих взглядов, мировоззрений, привычек. Конечно же, из этого происходит следующий шаг – это и обучение, то есть к чему-то человек способен учиться, чему-то не способен учиться, что-то ему нравится, что-то ему не нравится. И не всегда то, что ему нравится, это полезно. Может быть, некоторым нравятся греховные какие-то наклонности, а некоторым, наоборот, благочестивые наклонности. Если брать того же преподобного Сергия Радонежского, то мы знаем, что даже в утробе матери он во время Херувимской тоже пел на службе, еще в утробе, будучи нерожденным. Поэтому здесь и этот фактор, и наследственность, и фактор обучаемости, фактор среды, ну, не рождается яблоко от терния, да, а смоква от репейника. Да, это что же из Священного Писания мы читаем? То есть яблоко от яблони рождается, репейник от репейника рождается. Невозможно представить, что благочестивый ребенок родился у грешных родителей, которые, не раскаявшись, живут в этом мире. И если вспоминать о таких же семейных моментах, то мы помним, что Господь Иисус Христос родился от Пресвятой Богородицы, от благочестивейшего рода царя Давида, как Иоанн Предтеча, то же самое, ведь Елизавета, родившая Иоанна Предтечу, это была тетя Пресвятой Богородицы, ближайшая родственница. То есть от одного рода родились такие вот величайшие судьбы в человеческой жизни. И среда влияет очень сильно, и обучение влияет сильно, и наследственность влияет сильно. Но здесь, конечно же, надо все равно опираться, ну, на мой взгляд, на те слова библейские, которые я уже привел, что грехи родителей на детях, как и праведные судьбы родителей, также праведными делают судьбы детей. То есть мы из этого должны исходить. Ну, наверное, мы с вами давайте детально более разберем, да, то есть наследственность, воспитание и среда обитания. Но вот наследственность, мы знаем, что такие вот болезни тела,
они передаются, да, там у кого-то да, там сердце больное или там генные какие-то, да, заболевания, то есть они передаются. Душевный. Вот, например, родился ребенок с психиатрическим каким-то заболеванием. О чем это нам говорит? Ну, конечно же, это не ребенка вина, а родителей. То есть родители в момент зачатия или перед зачатием какие-то грехи, их родительские грехи. Или даже бабушек, дедушек. Может быть, там, бабушки, да? дедушки. Я же говорю, 7 колен влияют. Что, и это повлияло на психическую наследственность. И, как правило, вот, психические отклонения, они встречаются в большей степени в тех семьях, в которых до этого были отклонения психические. Тут никуда не деться. Это закон, который нам медицина говорит об этом. И действительно, уже вопрос о том, что это есть, он не обсуждается, он уже подтвержден жизнью и многими веками, да, жизни человеческой. Другой вопрос, как это все-таки можно нивелировать, как постараться все-таки, если вот ребенок родился с какими-то отклонениями, как это сгладить, как это убрать и чем помочь можно тому или иному человеку, который вот он, ну вот такой он родился, ну что тут сделаешь? Вот у него есть там несворачиваемость крови, да, врожденная болезнь, когда он там уколол пальчик, и кровь может течь там часами, пока ее чем-то как-то не остановит искусственно, не сворачивается кровь. Может даже погибнуть человек от этого. Это наследственная болезнь или психическая. Вот не может ребенок, он настолько гиперактивен, что он не может даже сидеть. Не то, что там как-то там его положить спать трудно. Его даже сидеть заставить, чтобы он там уроки учил там, или еще что-то невозможно. Как это нивелировать? Как постараться сгладить вот эти вот ошибки предыдущих поколений, выразившиеся в судьбе, в жизни, в здоровье сегодняшнего ребенка? Здесь мы приходим, конечно, к обучению и к той среде, которую нужно создать вокруг этого ребенка, которые в той или иной степени могут смягчить, а может быть и совсем, в каких-то случаях совсем убрать вот эти вот проблемные моменты. Разные, да, методы и к физическим каким-то заболеваниям, да, и психическим. Да, 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 потому что мы видим, что если та или иная ситуация в жизни ребенка, она может быть нивелирована, ну, средой. Если родители предостерегают ребенка от каких-то поступков неправильных с детства, то это приходит уже в привычку его. И в дальнейшем ребенок уже не задумываясь, привыкнув к этому, он избегает многих опасностей, которые, если бы родители это не заложили в него, они бы его по наследственности привели, ну, например, к алкоголизму, да, или там еще к наркомании, или еще к каким-то бедам. То же самое это обучение. Если среда, то если ребенок ну, с младенческого возраста покрестили и стали его причащать, то это уже среда. Это уже не столько обучение, сколько родители телом и кровью Христовой лечат, можно сказать, духовные заболевания, и ребенок потихонечку начинает выправляться. То есть если по первости его приносили в храм, он кричал, ему было очень тошно, сам не понимая почему, то потом в течение там, месяцев, там, может быть, года-двух, он уже перестает кричать, он уже становится более уравновешенным, спокойным становится. Даже в беседах вот с воспитателями детсада там, или школы, учителями, спрашиваешь, отличаются ли дети, которые ходят в храм, причащаются, от детей, которые не ходят в храм и не причащаются, которые молятся и которые не молятся, которые из верующей семьи, которые не из верующей семьи. Они, говорят, резко отличаются по своим и склонностям, так сказать, к каким-то неадекватным поступкам, если это брать из неверующих семей, и по своим неуправляемости психической, невозможности обучаемой моментов каких-то обучения. То есть очень сильно отличаются дети из одной и из другой семьи. Тут уже играет в том числе и обучение, и среда. Хотя наследственность тоже играет роль. Да, бывают люди, осуждают людей, которые ходят в храм, да, вот, вот он такой. Но никто не знает, если бы он не ходил в храм, каким Конечно. Бы он был. Может быть, он бы в 100 раз хуже Конечно. Был. Конечно, вот этот момент мне постоянно приходится проговаривать. Мне говорят, ну, а вот тот-то ходит, и чего?
Вот он там, ну, как он, грубо говоря, хромал, так он и хромает. Да? Ну, а если бы он не ходил в храм, может быть, он вообще ходить бы не мог. Может быть, он лежал бы со своей хромотой. Я говорю фигурально, хромоте не обязательно физической. Это, может быть, и духовные какие-то проблемы. И здесь мы не можем учесть этот фактор. Мы же не можем взять одного человека и пустить его по двум путям. С храмом и без храма. Потом посмотреть, что получится в итоге. Да? Одна судьба. Один человек – одна судьба. И здесь только верить и использовать эти все накопленные опытным путем знания, которые нам излагает Библия, которые нам дает Церковь, которые нам дает сам Господь. Ведь если Господь пришел в этот мир, чтобы спасти человека, Он позаботился и о обучении человека, и о наследственности. Он сказал, что вот не надо грешить родителям, тогда дети будут хорошо жить. Он позаботился об учении, он дал заповеди. Он позаботился о среде обитания, он создал церковь, он дал причастие, он дал молитвенные правила. То есть здесь все три, они в совокупности даны Господом. И тот человек, который не использует этого дара Божьего, но он на свой страх и риск становится человеком, идущим вот просто в этом мире по своему какому-то пути, добровольно выбранному, но безбожному. И к чему это приводит? Ну, если брать библейские исторические моменты, а это же все судьбы, тысячи, если не миллионы судеб человеческих, прописаны в Библии и в истории Церкви, мы видим, что все люди, которые отвращались от пути Божьего, они грустно заканчивали. Это как случай, да, есть из древнего патриарха или из церковных каких-то историй, когда братья возроптал на повара, который на них там все время ругался, гневался, им старец сказал, а если бы он здесь с вами не был, если бы, да, он не причащался, он вас тут всех перебил бы. Да, да, то есть мы не понимаем, вот, что каждый человек в своей жизни, он начинает как бы со своей планочки, со своего уровня. И этот уровень задается родителями. И у кого-то этот уровень выше, нравственно, духовно, физически, а у кого-то он ниже. И каждого Господь оценивает, именно отталкиваясь от этого уровня. Куда он от этого уровня ушел? Он вверх поднялся или он вниз спустился? Но именно не сравнивая две-три судьбы человеческих, а каждого, как, ну, в простоте блаженная Матрона очень хорошо сказала, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. То есть каждый человек оценивается Господом, его жизнь, его дела и поступки, отталкиваясь от того, что ему было дано. Сколько было талантов? 5, 2, 1 талант. Какие были родители? Какой уровень образования? Какой уровень обитания? То есть где он? В деревне, там, в городе или еще? Столько составляющих во всем этом процессе, что просто человеку это невозможно учесть и сказать, что если бы вот он это не делал бы, то было бы то. Ну, это можно как случай привести с бедной вдовой, да, которая положила 2 лепты. Да, точно так же. Мы это видим, оценку Господа, вот, который сначала по человеческой логике непонятно. Те, кто не читал Евангелие, ну, вот я кратенько скажу. Господь в храме сел напротив жертвенного ящика, куда желающие бросали свое пожертвование для храма, для Господа. И в конце апостол он сказал, вот последняя женщина, вдова бедная, бросила больше всех. Хотя перед этим богатые люди бросали большое количество там ценных каких-то монеточек. Она бросила 2 копейки, 2 лепты. Но Господь эти 2 копейки оценил как самое дорогое из всех пожертвований. Почему? Потому что, он объясняет дальше Господь, потому что она бросила свое дневное пропитание. То есть она вот все, что у нее было, все и туда и положила. А остальные предыдущие, они бросали от избытка. То есть у них много денег. Ну вот они много дали, но это по сравнению с тем, что они имеют в процентном содержании, это копейки. А она 100% бросила своего содержания. Вот да, это... Также в апостолах, да, в Деяниях тоже отмечен случай, когда праведный Тавиф, да, именно отметил, что она шила бедным, да, всем одежду шила. Добрые дела делала, да. И это тоже было отмечено. Конечно, и ему так Господу и говорили, что она вот нам всем так помогала, и почему-то она так быстро скончалась. Как мы теперь без нее будем? Она вот нам столько добрых дел делала. И Господь ее
воскресил. То есть мы, конечно же, суд Божий нам, он неведом. Мы не можем вместить всех судеб, которые Господь учитывает в жизни того или другого человека. Одно иногда слово человеческое, доброе слово, его спасает. Такой же есть случай из житий святых, когда человек, умирая, ему был представлен весь его, так сказать, набор дел, и среди них только одно доброе дело нашлось. Он был очень злой человек, у него был свой магазинчик хлебный, и вот он один раз луком бросил в бедного, просто чтобы его отогнать от магазина, взял... Доброе дело. Да, доброе дело такое. Вот просто бросил в него луком. И тот принял этот лук, поблагодарил, и Господь это вменил в доброе дело этому человеку. И ради этого доброго дела его сохранил еще. То есть мы видим, что чего только не происходит. Или как одного из будущих святых там, благословила мать чем? Поленом. Бросила с него поленом. И он это полено потом хранил как зеницу ока, как благословение материнское в течение всей своей жизни. Здесь столько событий, и каждое из этих событий по-разному влияет на душу человеческую, что мы оценить их не можем. Но мы можем их хоть как-то стараться выстраивать по отношению к своим детям, к своим близким, зная те наставления, которые Господь нам оставил. Для этого и обучение, для этого и среда, для этого ну, и учитывание наследственности. У нас есть звонок, послушаем? Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая. Добрый вечер. Сейчас идет массовая прививка от коронавируса. Болезнь очень серьезная. Но мы, пожилые люди, далеко за 65+, переживаем, предлагают прививки. Но у многих хронические заболевания, гипертония, сахарный диабет и много чего в таком возрасте. Может быть, это не совсем к вам вопрос, но если можно, ответьте, пожалуйста, как, по-вашему, правильно поступить в такой ситуации? Отказаться от прививки, воздержаться, привиться? Спасибо за вопрос. Да, спасибо, Господи. Ну, действительно, очень опасное сейчас время в смысле эпидемии коронавирусной. И многие переболели, в том числе и мне пришлось это перенести. Но одно могу сказать точно. Вот, применять вакцину к себе, не применять – это дело каждого человека. И мало того, что прежде чем применять или не применять вакцинацию, нужно очень серьезно посоветоваться с врачом, потому что действительно вакцина, она может еще сыграть какую-то там другую роль, нежели кроме той положительной, которую она несет в себе. И это зависит от многих составляющих здоровья человеческого, которые очень индивидуальны. Невозможно сказать вот всем сразу мою рекомендацию только так или только этак. Ну и, конечно же, в любом случае все в руках Божьих находится. И мы должны, кроме упования на вакцину, кроме того, что считаем, что вот если я укололся, и все, я теперь вот защищен, и теперь буду жить припеваючи. Ничего подобного. Я могу сказать очень простой пример, что многие переболевшие коронавирусом заражались потом опять. А понимаете, что вакцина, она меньше дает иммунитета, чем прямая болезнь. И если уж после болезни, даже сами врачи, переболевшие, они и второй раз заболевали, и третий раз заболевают. То есть уж у них-то иммунитет должен быть настолько сильным, потому что сколько раз они на себе перенесли это заболевание. И тем не менее заражаются. Поэтому это не стопроцентная, так сказать, вакцинация, это не 100%, что вы больше не заразитесь, но надо рассмотреть этот вопрос, и я думаю, с лечащим врачом надо это все в индивидуальном характере
смотреть. Ну да, тем более еще не исследовано, не испробовано, да, и неизвестно, вроде сегодня как прочитала такую информацию, что и после прививки антитела тоже не совсем там появляются, да, то есть неизвестно, может быть, через 2-3 месяца эта прививка перестанет тоже действовать. Но и, после болезни не появляется у некоторых. И кроме того, как даже... Господь сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. И это тоже, да. А насчет антител, я могу сказать очень такие факты, которые, ну, известны, общеизвестны факты, что... Вот после болезни мне лично врачи сказали, я говорю, ну вот есть один плюс в том, что я переболел, теперь у меня есть иммунитет. Да. Они говорят, ну да, от 2 месяцев до 6, не больше. И то не факт. И то не факт. То есть сколько этот иммунитет в человеке продержится, никто не знает. Это совершенно неизученная болезнь, она совершенно внезапно появилась, и тут, так сказать, сразу наводит это на мысли, что это может быть оно и... искусственного происхождения эта болезнь, ну, недоказанный факт. Но, тем не менее, уж больно как-то это все внезапно появилось. Очень много у нее факторов, которые поражают организм человека. Это не ОРВИ совсем, это и кровь, это и другие органы поражаются. И неисследованного в ней больше, чем исследованного. Поэтому, поэтому что-то каких-то делать предсказаний. Поэтому будем беречь старыми нашими метными масками. И масками, и изоляцией для старых, дистанцированием. Да, это все нужно делать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Мы продолжаем тему о наследственности, будем говорить, да, о воспитании. Есть ли какая-то связь между психиатрическими заболеваниями и беснованием? Но есть разница между психиатрией и беснованием в том, что психиатрия – это органическое нарушение человеческого естества. То есть там даже в некоторых случаях, просто даже если брать, ну, элементы там, мозга человека, то на микросрезах видно, что совсем другая органика мозга. То есть у него просто не хватает каких-то веществ, каких-то там образований. И это органическое изменение, психиатрия. Но не во всех случаях. Есть психиатрии, основанные на духовном поражении, в том числе и беснование. И даже сами врачи, психиатры, они... стараются различать этих больных, то есть те, которые вот могут органически, скажем так, какими-то таблеточками, какими-то уколами могут держаться вот в русле нормальном, да, они им могут помочь. А те, которые органически у них все нормально, а это изменение духовного характера, верующие врачи советуют обратиться к церкви, к священникам, то есть к каким-то моментам духовного врачевания. Отличать достаточно просто психиатрических больных. Они же все, в общем-то, как бы на первый взгляд одинаковы. И поэтому некоторые врачи используют такие приемы, как берут поднос с водичкой, 10 стаканчиков, один из них с простой, 9 со святой водой. И дают таблеточку человеку, ну, просто витаминчик, сказать, ну, вот выпейте сейчас, чтобы успокоиться, и вот таблеточку, и вот запейте. И если это бесноватый, то он берет именно тот стакан, который... не со святой водой. Обычный человек с какой-то органическим изменением, да, психики, ему все равно какой стакан брать. А бесноватый он не может святую воду пить, и он берет именно неосвященный стакан и ею, так сказать, сам себя выдает. А почему бывает, что бесноватые причащаются? Вот. То есть Господь их допускает до тела. Но не исцеляются. Но не исцеляются. То есть они возвращаются в то состояние и никак не могут выйти из него? Здесь вопрос тоже, он, ну, наверное, только какие-нибудь прозорливые пророки могут сказать, почему тот или иной человек несет такое наказание от Господа. Потому что бес сам по себе не может войти в человека. Мы это читаем в Евангелии, что даже в свиней бесы не могли бы войти, если и просили об этом разрешение у Господа. И если бес вошел в того или иного человека, то это явное попущение Божие. Ну, такая эпитимия наказания, да, за какие-то грехи. Может быть, этого человека, может быть, его родителей или дедов, прадедов. Вот. На какой срок Господь назначил эту эпитимию, мы не знаем. И поэтому человеку, который причащается, но ему срок, ну, допустим, там, 10 лет
быть бесноватым Господь отмерил, а он причащается все эти там 10 лет, и ему легче становится на какой-то промежуток времени после причастия. Бес как бы затихает, а потом опять начинается. Потому что вот Господь назначил 10 лет нести. Ну да, может быть, Господь так определил, защищает человека от чего-то другого, потому что пока он беснуется, он в церкви не будет, и неизвестно, где он вообще будет. В том числе и это, да. Есть такой момент, что, конечно же, ну, один из моментов размышлений на эту тему, что человек, несущий такую тягость, он, конечно, заслуживает себе венец у Господа своим терпением, смирением. Он как мученик фактически, да, бес его мучает круглосуточно. И, естественно, таким образом Господь его спасает, этого человека. Второй момент. Если бы не было, допустим, вот этого беснования, он бы ушел в мир и вообще бы к Богу бы не пришел, и в церковь бы не ходил, и погиб бы как неверующий. Это второй момент. То есть и множество таких моментов, которые мы, опять же, даже все их, они неисследимы человеческим разумом, только Господь их ведает. У нас есть звонки, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Да, говорите, добрый, пожалуйста. Вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущая. Добрый вечер, ведущая. Как приятно, что возобновилась эта передача. Я каждую среду ждала, уже даже хотела обратиться к главе, чтобы вас восстановили. И вдруг сегодня утром о вас я в очередной раз подумала, а сейчас переключила, а вы... Я очень рада, что вы вернулись. А мы тут. Очень рада за батюшку, за нашу прекрасную ведущую, какая вы грамотная, как вы всегда ведете прекрасную передачу. Душа ликует. Спасибо, Господи. Спасибо. Нам никто не запрещал. Нам... Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Да, мы не выходили просто по болезни. Нам никто не запрещал, мы бы и раньше бы вышли, если бы здоровье бы позволило. Да, но мы очень рады вот обратной связи, потому что конечно, так часто нам звонят в эфир, к сожалению. И мы очень рады, что нас кто-то смотрит, и мы можем кому-то оказать помощь. Пожалуйста, мы рады всем вашим звонкам. Вот звоните, пожалуйста. Да, будем рады ответить. Если что-то, вопросы задавайте, не стесняйтесь. Для этого мы здесь и находимся. Да. Пожалуйста, следующий звонок, слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, отец Евгений. Добрый вечер, Галина. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. А вот правда ли, что незаконно рожденный ребенок более склонен к греховному образу жизни, ну, в частности, к блудному греху? Спасибо большое за ответ. Благодарим вас. Да, такой вопрос глубокий. Но, к сожалению, действительно... То, как ребенок зачат, влияет на его судьбу. И действительно, если он зачат не в венчанном браке, то судьба у него, конечно, другая будет. Но здесь, опять же, это как наследственность, это первый фактор. Но второй фактор, когда образование этого ребенка, то есть родители его, ну вот родители одумались, да, раскаялись, там, повенчались, исправились, да, и начинают своего ребенка также учить в правильном русле. Это уже компенсирует вот этот вот, так сказать, недостаток зачатия, да. Следующая среда, в которой ребенок будет в дальнейшем расти и развиваться, и складываться, формироваться его будет душа. Среда с причастием, с молитвой, с исповедью, она его также компенсирует и выровняет ту искривленность, которую изложили родители по своей, ну, неопытности молодого возраста, вот, зачав вообще его. Вообще, наверное, можно сказать обо всех нас, да, выросших в советско-атеистическое время. Скорее всего, мы все рожденные по грехах. Действительно, ведь благословение на чадородие дается супругам во время венчания. И если этого благословения Божьего нету на чадородие, то это своеволие, это, так сказать, какое-то сожительство блудное. Сейчас это называют, так сказать, каким-то гражданским браком, хотя гражданский брак – это все-таки роспись. Как это зарегистрированный, зарегистрированный в ЗАГСе, да. А сейчас просто откровенный блуд называть начали почему-то гражданским браком. Это не брак.
Это просто блуд. Это надо четко понимать. Но есть даже примеры вот семьи Адама и Евы. Они согрешили, Адам и Ева, да, не послушались Господа. Кто родился первым? Каин. Потом они раскаялись, они много слез пролили. Кто родился? Авель. Сив. То есть после покаяния родительского... То есть отягощенная наследственность – это не приговор? Это не приговор, но это такое, как сказать, накладывает... на родителей ответственность трудиться над этим ребенком особенно, молитвенно трудиться, покаяться в своих грехах, то есть постараться уже духовными такими действиями, поступками духовного характера исправить предыдущие согрешения. Больший труд. Еще один звонок есть. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, слышишь? Да. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божьего Иоанна. Бог вас благословит. Спасибо. Вопрос у меня такой. Вот в Деяниях святых апостолов сказано, что вот некий муж именем Анания со своей женой Сапфирою, продав имение, часть средств утаил. Вот, и они, в общем, короче, они же, ну, их же похоронили, они погибли. Угу. Вот у меня вот такой вопрос, а раз не могли они вот покаяться, мы же сейчас тоже вот все грешные, грешим, каемся, а они сразу вот, то есть, погибли, их похоронили. Вот вопрос у меня в этом. Да, спасибо. Было? Интересный вопрос. Действительно, ну вот человеческий ум, он настолько вот старается разобраться во всех тонкостях, что даже вот эту сторону вопроса с Ананией и Сапфирой, да, возник вопрос, почему Господь им не дал времени на покаяние, а сразу отнял у них жизнь. Ну, наверное, потому что им было явлено столько чудес, столько явлено воскресших, умерших от рук, в том числе и самого Господа, и апостолов, столько исцеленных, столько было слов сказано им апостолами, которые с Господом ходили, что переубедить их в дальнейшем было бы невозможно. То есть они осознанно, не так сказать, не по какому-то недоразумению или необдуманности они это сделали, они осознанно пошли на обман апостола Петра и всей, так сказать, братья церкви, потому что раньше жила церковь просто вот одним таким сообществом, одной семьей. То есть все, что имели, приносили, этим жили, разделяли друг с другом это. Они сокрыли от церкви, и тем самым Дух Святой, который пребывал в сообществе верующих, он рассудил, что эти люди уже не имеют внутренней способности к покаянию. К сожалению, то есть суд над ними был уже предрешен тогда, в тот момент, когда они обманули, сразу же тут же замертво и упали, и один, и второй. И здесь, опять же, это судьба Божия, которую мы можем только предположительно так или иначе объяснить. Все же будет ясно на страшном суде, когда уже все вскроются обстоятельства. То есть мы видим здесь явный умысел по обману церкви, по обману апостолов, по обману самого Господа, потому что ведь и апостолы говорили, что они действуют от лица Божия, что сам Господь пребывает вместе с ними. И апостол Петр сказал: «Ты хотел обмануть нас и Духа Святого». Ну, как же так? То есть мы видим в этом внутреннюю, как бы, нераскаянность, невозможность к раскаянию этих людей, поэтому Господь прекратил им жизнь. Опять же, не с целью их вот, хотя и это есть такой поучительный урок для других, не с целью их наказания, а с целью того, чтобы они дальше не грешили. Потому что если бы у них это прошло, то они бы и дальше стали обманывать. Ну, если один раз обманул, почему второй раз не обмануть, третий раз не обмануть?
и так далее. То есть это целый путь, на который они осознанно встали, и который Господь им пресек, чтобы они не опускались с каждым шагом все ниже в ад. Из любви к ним. Да, и кроме того, каждый случай, который происходит с конкретным человеком, да, он не касается только одного человека. Он, как правило, и на все окружение. То есть этим поступком, да, Господь и показал свое присутствие, во-первых, что он участвует в жизни этой вот первой церкви, общины церковной, да. И второе, что он видит помыслы каждого человека и открывает это тому, кому он сам хочет. В данном случае был апостол Петр. Ему открыл Господь, что вот эти люди его обманывают. Да, и кроме того, те люди, которые присутствовали при всем этом, наверняка же потом многие из них раскаялись, да, в своих делах и поступках. Действительно, да. Я думаю, это, ну, очень страшное событие. Потрясло, я думаю, всех участников и свидетелей этого события. И от этого такое благоговение пред Господом только увеличилось в среде вот этой общины церковной, которая это все видела, наблюдала. Да, и как Господь говорит, кого хочу, наказую, кого хочу, милую. Да, кого люблю, того и наказую, также другие слова. То есть мы все чады Божии, тех, кого Господь любит и видит своими чадами, Он их наказывает. А не наказывает Он только тех, которых видит, что они уже не исправятся. Они спокойно доживают и идут в ад. Да, в частности, этой болезнью, которая сейчас на нас свалилась, да, коронавирус, и когда читается молебны каждый день, да, в храмах по окончании литургии, там как раз читается отрывок, да, из Деяний апостолов, вот на этот счет, что кого Господь любит, да, того наказует. Вот. Ну, действительно, что вот эта болезнь, она точно так же можно расценивать как эпитимию от Господа за наши грехи, за то, что мы живем по своей воле, забываем о заповедях Божиих, и это не только у нас в России. У нас-то еще хоть какое-то число людей все-таки помнит и кается, и молится, и старается исправить свой путь. А если брать весь мир, представляете, сколько там грехов нераскаянных и не желающих даже исправляться. Поэтому Господь эту такую эпитимию попустил для всего мира, для вразумления. Эта болезнь, она внесла в каждую семью память о смерти. Раньше люди не боялись смерти. Ну, когда это еще будет? Там еще десятилетиями будем жить и жить, ничего страшного. А здесь можно умереть завтра. То есть вот сегодня с кем-то пересекся, заразился, и завтра тебя уже нету, потому что скоропостижно многих смертей происходит. Поэтому здесь болезнь для вразумления. Да, вернемся к нашей теме. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, мы ответим на наши вопросы. Что для Господа вообще юношеская чистота и целомудрие? Ну, это, конечно же, дар Божий, талант, который каждый из людей должен сохранять. Юношеская, такая детская чистота, целомудрие, беззлобие, послушание. Это то, что нам дается в начале нашего пути. Мы все видим детишек, насколько души их чисты, насколько они еще не загрязнены дурными привычками, какими-то наклонностями, а иногда и там просто нахватанными из телевизионных передач и мультфильмов там, или фильмов какими-то грязными словами. То есть они еще чистые, и это надо хранить, это сейчас надо беречь. Сейчас даже не мультик, телевизор, сейчас интернет. А в интернете тоже там вообще в общедоступном доступе, так сказать, что угодно можно найти. Да? И дети этим пользуются, к сожалению, и загрязняют свою душу. Поэтому, конечно же, надо беречь вот этот дар Божий, чистоту, целомудрие, беззлобие. Ведь в большинстве передач в интернете это что? Это грязь, это надо мстить, надо там злобствовать, надо быть, как говорят, сильным, но сильным не с точки зрения духовной силы, а с точки зрения вот нападения на более слабых, к сожалению. И тем более и блудных очень много всяких моментов, которые прилипают к детям именно оттуда. И это как раз та среда, о которой мы говорили, как третий пункт в формировании души человека. То есть наследственность можно исправить с помощью среды, а можно и нарушить ее, если мы
вот то данное от Бога чистое, светлое душевное состояние ребенка загрязним вот этой средой. Как, ну, давайте теперь к дельным советам перейдем. Как нам, все испытавшим, все перепробовавшим, прийти к Богу? Для нас, конечно же, путь к Богу, ну, у каждого начинается со своей точки, со своей мысли, со своей ситуации или какого-то случая жизненного. Кто-то столкнулся с бедой, и эта беда не могла быть разрешена без Божьей помощи. То есть он обратился к Господу, Господь ему помог. Это один человек так пришел. Кто-то пришел к Богу с детства, видя, как там мама или бабушка, или еще кто-то там, отец или дедушка, молятся, и его привели в храм, и он причащался, и он уверовал. Кто-то так пришел к Богу. Кто-то искал смысл жизни, читал много литературы, каких-то духовных точек зрения, пересмотрел множество. И в итоге пришел к выводу, что все-таки эта жизнь – это непростая, вот прожигание, да, времени и, в конце концов, просто тление в земле и все. А все-таки она более высокая какой-то, да, имеет. То есть, да, как говорят, да, что сама по себе вот жизнь, да, без Бога, она ничто. А вот истинная ценность жизни, она зависит от того, какой дух наполняет человека. Это тот вывод, который уже человек, придя к Богу, придя к мысли о том, что есть Господь, он уже дальше начинает развивать эту мысль и приводит эту мысль его к выводу, что, конечно же, высшей ценностью этой жизни, земной жизни, является наполнение ее духом, потому что дух животворит, потому что дух имеет истину, единственную истину неоспоримую, потому что дух выстраивает судьбу человека. И, соответственно, стяжавший дух, он стяжает и истину, и жизнь, и путь, и все прочее. Для нас это является целью жизни. Об этом и Серафим Саровский, кстати, говорил, что основная цель жизни христианина – это стяжание благодати Духа Святого. Это та ценность, это тот капитал, можно так сказать, по-мирски, который мы должны накопить в своей душе. Потому что мы голыми сюда пришли, голыми отсюда идем, и все накопленное материальное здесь останется неизвестно кому. А то, что мы в душе накопим, вот это с нами перейдет в другой мир. Его надо копить, его надо стяжать. Что делать человеку, когда он понимает, что, да, жизнь для Бога, да, то есть общение с Богом, оно не является для него высшей ценностью, то есть ему не очень-то это и надо? Но если человек задумался о том, что же ему делать, вот действительно, он пришел там кризису среднего возраста, ну, там, 30-40 лет. Все не устраивает. Все что-то плохо, все уже испробовано, все уже неинтересно. Все, что можно, он испытал. И от всего уже такая оскомина, уже ничего интересного, ничто не вызывает какого-то, так, как говорят, адреналина в крови. Да. Если человек вот в этой точке не обретет новое направление движения, то, как правило, этот человек начинает деградировать очень быстро. Он уходит либо в алкоголизм, либо в какие-то другие... Другие семьи ищут. Да, кто как пытается себе разбавить, так сказать, кровь адреналином. Кто-то ищет там казино какие-то или какие-то развлечения, там, ну, лыжные какие-то, не знаю, экстримы какие-то. Лишь бы хоть как-то вот заполнить пустоту туда, да? Заполнить, да, то есть какие-то суррогаты. А на самом деле пустота, она не заполнится. Та духовное пространство, та душа, которая в нас есть, она не удовлетворяется адреналином. Ей нужно духовное наполнение. Никакими материальными средствами вы это не заполните. Поэтому человек, который стоит вот в этой точке, размышляет о том, а ну что ж, а дальше-то что? Ну вот дети уже там повзрослели и уже так во мне не нуждаются. Вот работа одно и то же, значит, семья, бытовуха одно и то же. А что дальше? И если человек в этот момент не увидит вот этого духовного направления, оно бесконечно, здесь вот уже не остановишься. Здесь, начав, вот в земной жизни, начав это духовное, так сказать, восхождение и развитие, мы не остановимся, и после смерти оно также продолжится у нас. И здесь единственный выход для человека, чтобы уйти от уныния, уйти от этой печали, тоски и прочих моментов, связанных с этим миром. Действительно, этот мир конечен.
он подвержен закону хаоса и разрушения, энтропии, в том числе и сам человек. Он начинает разрушаться, деградировать, если не становится духовным. Все материальное рассыпается. Это законы физики, энтропии. А вот духовное, оно неразрушимо, оно вечно. И поэтому человек, когда он переходит из плотского, из материального, из законов физики в законы духа, он становится вечным, и от него уходит вот это вот уныние, теснота, печаль и безысходность. То есть надо человеку познать, что помимо того видимого мира, который мы все видим, да, кому привыкли, испытали, есть, да, невидимый мир, который вот нужно познавать уже. Абсолютно, да, с другими законами, с другими ценностями и намного больше, ярче, красивее и интереснее духовный мир, нежели вот этот мир наш плотской. И это надо опытно познать, потому что просто знать об этом умственно недостаточно. Человек хочет ощутить. Знаете, как апостол Фома сказал, пока не потрогаю, не поверю. Вот каждый человек, вставший перед этим выбором, он должен ощутить, потрогать, только не руками уже, как материальные, да, а душой и сердцем ощутить прикосновение Божьей благодати, ощутить прикосновение каких-то молитвенных воздействий на сердце, прикосновение там угодников Божьих, которым мы помолились, и они нам как-то помогать начинают, вразумлять, какие-то мысли вкладывать добрые. Вот когда эти множество духовных прикосновений к сердцу человек ощутит, он поймет, что, оказывается, мир-то намного интереснее, сложнее, интереснее, красивее и богаче, что самое важное. Да, и человеку будет внутренне гораздо легче жить. Он, да, он потихонечку начнет уже от этого плотского мира отходить, потому что, ну, здесь он уже все изучил. Знаете, как ребенка покупают игрушки, и они ему наскучивают там, через месяц он уже ими не играет, они уже, ну, все. Или как вы уже приводили примеры, сначала тебе учится ходить, потом да, научился ходить, он уже не задумывается. Это неинтересно уже, да. Ему уже интересно на велосипеде ездить, потом велосипед уже тоже неинтересно, потом машина интересна, потом, не знаю, самолет интересно. И вот когда он выберет вот все эти моменты, которые интересны здесь, и их уже больше не останется, выбора этого, то тогда пришло время переходить в духовные моменты, и уже там искать интересы. Как полюбить, вот о чем вы сейчас говорите, да, Господь нас часто касается именно в церкви, во время богослужений. Как полюбить людям богослужение, когда, как говорят, мы там многое что не понимаем, на каком-то непонятном языке говорят? Ну, здесь действительно поначалу все непонятно, все как-то тяжело, спина болит, ноги как-то там тоже что-то вот стоять просто на одном месте. Некоторые говорят, а я вот не привык стоять, я вот все время в движении, мне ходить надо, бегать, что-то там двигаться. А здесь вот просто встал и стоишь. И человек, привыкший к мирскому вот такой суетной жизни, для него это просто, ну, какая-то непривычная, неудобная и совершенно непонятная ситуация. А что я стою-то? Мне надо бежать. Потому что нас приучают в этом мире плотском. К суете. Мы должны бегать. Мы должны, как говорят, время – деньги, да, время – оно уходит. А здесь вдруг раз, и я должен стоять, не двигаться. Но в этом как раз и заключается тот урок, через который человек отходит от этой суеты внешней и погружается внутрь себя. Как человека погрузить внутрь себя? Его надо остановить, чтобы он перестал бежать. Движение внутри. Да. И, то есть от внешнего телесного движения человек должен отвыкнуть и приучиться к внутреннему движению. А внутреннее движение его только вот таким образом и получишь. И поэтому богослужение, оно выстроено именно так. То есть человек должен прийти, встать и сконцентрироваться не на внешних чувствах, обстоятельствах, желаниях и каких-то мыслях, а на внутренних, на духовных своих позывах. И когда это внутренний, знаете, как вот взгляд, я могу смотреть в одну сторону, но тогда я не смотрю в другую. То есть вот у нас внутренний взгляд, он также однонаправлен. Наше сознание направлено либо на внешнее телесное, либо на внутреннее духовное. Вот служба, она предназначена для того, чтобы мы свое сознание направили внутрь себя, в сердце. И тогда вы ощутите те вещи, о которых мы перед этим сейчас говорили. То внутреннее движение, внутреннее прикосновение Божьей благодати, тогда вы его реально увидите, ощутите и поймете, зачем все это нужно. Да, батюшка, у нас передача подошла уже к завершению, осталось всего минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово.
очень рад встретиться с теми, с кем у нас был такой вот длительный период необщения. И всех призываю, конечно же, к общению в дальнейшем. Звоните, спрашивайте. Ну и в плане вот этой эпидемиологической обстановки всем желаю здравия телесного и обязательно духовного здравия на причастие, на молитву. Всем вам благословение Божие. Посылаю, конечно же, помощи Божией вам во всех ваших обстоятельствах житейских. И не забывайте, что вы не одни, а всегда Господь с вами. Он вам поможет везде и всюду, где бы вы ни просили его. Да, благодарим, что вы к нам сегодня смогли приехать. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня это все. До свидания. До свидания.